Здравствуйте, меня зовут Шиганов Серик Долгасович. Я вот родился, вырос в городе Атрау, местный. Мне 24 года. В нефтяной отрасли работаю около 4 лет. Я закончил Атрауский институт нефти и газа. По специальности я экономист-бухгалтер в нефтяной сфере. У многих ассоциируется, что нефтяник – это такая грязная работа, физический труд. Можешь сказать что-нибудь против этого аргумента? Потому что сейчас я вижу, все автоматизировано, и в принципе марать руки не обо что. В настоящее время все у нас уже, вот, как вы сами говорите, все уже автоматизировано, все очень хорошо. Ну и, кстати, остается такая работа. Кто-то же должен выполнять эту работу. Но все, в принципе, хорошо сейчас у нас. Понятно. А вот именно чем ты занимаешься в Казмунайгазе? Что именно делаешь? Именно вот НГДУЖАЭКМОНАГАЗ, который относится к Казмунайгазу, я занимаюсь работой в цехе подготовки и перекачки нефти. Моя непосредственная работа – это заниматься основными средствами, подготавливать документы для бухгалтерии, экономики, отделов кадров, то есть службы управления персоналом. Но я первое время, когда устроился на работу, я, конечно, не сразу на эту должность попал. Первое время я еще был студентом в этот момент. Я работал в цехе добычи нефти. И первый год я работал также вот с нефтью непосредственно. Оператор добычи нефти и газа, у него вот, по его рабочей инструкции, он должен выполнять работу ежедневно, он должен осматривать эти станки-качалки, у нас в основном станки-качалки. Есть и винтовые качалки, ну, то есть винтовые насосы. Вот должен он ежедневно осматривать, обход делать, выявлять, если есть какие-то недостатки, то есть, может быть, учительство ночью вот остановило скважину. Он должен все это выявлять, чистить свою рабочую площадку, то есть она должна быть у него в чистоте. Вот зимнее время, например, или вот осенью, весной, когда вот вы видите, мы сейчас работаем на улице, там тяжело бывает просто с условиями. Такие условия, когда холодно или там еще что-то. Ну, в принципе, там грязь, может, из-за грязи просто, может быть, тяжело передвигаться, техника тяжело передвигается. В основном все делается руками рабочих. Понятно. Зарплата нефтяника, вот в Атырау, я знаю, Атырау дорогой город. Ей рабочие довольны, как по-твоему? Вот тебе хватает, вот честно, или ты хотел бы там, ну, такой порядок цифры, на 50-60 тысяч больше, 100? Ну, конечно. Хватает-то хватает, но, конечно, хотел бы, если бы больше было. Ну, а так, в целом, кажется, все довольны зарплатой. У нас компания поднимает зарплаты ежегодно у нас. Понятно. А вот когда физическим трудом было, то есть операторы добычи нефти, это какой порядок цифры примерно? Сколько они получают сейчас? Это в зависимости, они уже у нас по вахтам работают, в зависимости от вахты, сколько им рабочих дней будет, столько они, соответственно, получают. Ну, месяц максимум вот на своем пути. Сколько может заработать? 100, 150, 200? Ну, да, вот 100, 150 и выше, может быть. Это уже зависит потом от ранга, работы, то есть у них по разрядам они делятся. Ну, кто-то более опытный, у него разряд выше, вот они больше получают. Ну, так у них делится по разрядам, по разрядностям. А у тебя какой разряд? В то время у меня был самый низший разряд. А сейчас? Ну, сейчас я являюсь инженерным сотрудником, то есть ИТР. Мы отметили, что здесь много сотрудников уже за 30-40 лет. Тут молодые редкость получается. Вот. Нет, почему? Нет, есть молодые. Они вот разные, просто сейчас тяжело. Их немного, да, получается? Ну, есть, да. Ну, они потихонечку подбираются тоже. Ну, как бы сказать, поколение меняется же. Люди тоже стареют, тоже уходят на пенсии. Вместо них приходит молодая сила. Тоже молодые специалисты. Ты бы видел своих детей нефтяниками? Как, у тебя есть любовь настолько к профессии, что и детям бы пожелал такого же? Ну, в дальнейшем, конечно, профессия нефтяника в нашем Казахстане, она более стабильная, по-моему, идет. Тем более в Атырау, когда у нас есть нефть. У меня отец тоже нефтяник, у меня в семье все нефтяники. И вот им тоже, я бы не против был, если у меня тоже сын был бы нефтяником. А дочь, если бы дочь была? Ну, дочь, конечно, это для женщины тяжелая работа будет, ну, и более так в городе поработать.